восстанавливает священство. Восстанавливает священство. Восстанавливает священство. 24/7, 7 дней в неделю. Постоянно. Сердца, которые поклоняются Ему. Сердца, которые просто открыты. Видеть, кто Он есть. И высвобождать эту реальность. Бог хочет наполнить познанием своей славы всю землю. Ему нужны глаза священников. Ему нужны глаза священников. Потому что когда их глаза открыты, их уста наполнены славой, наполнены хвалой, наполнены благодарностью, наполнены поклонением, наполнены провозглашением жизни. Они восклицают: свят, 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 свят. Вся земля полна славы, вся земля полна славы. Вся земля полна славы, все наполнено Твоей славой, все наполнено Твоей славой, все наполнено Твоей славой, все провозглашает о Тебе, все говорит о Тебе, все напоминает о Тебе, все о Тебе, все о Твоей любви, о Твоей красоте, о Твоей святости, все принадлежит Тебе, все Твое. Великое оружие, которое доступно, доступно и могущественно. Он возвращает нас. Он говорит: возьмите это вновь. Священники, возьмите вновь. Вернитесь. Знаете, это как ради любви, ради пребывания. Я чувствую, Он как хочет обличить какую-то вещь, которая пришла к нам, в нас, которая незаметно переставила это куда-то на второе или третье место. Или это стало инструментом для того, чтобы оно стало вот поклонение и хвала. Это не стало как любовь, как ради отношений, ради того, чтобы с Ним пребывать. Оно стало как инструмент, чтобы сошло помазание, чтобы спасать людей, чтобы, потому что так правильно. И мы как не идем в глубину и не доходим до того места, где мы видим и восхищаемся, где мы реально прозрели, где мы восхищаемся, где мы поем и кричим, потому что мы действительно видим, и в нас это взрывается. Мы не доходим, а Он говорит: идите выше, идите выше, идите выше. Я наполняю всю землю. Он говорит: я везде есть. Но есть какой-то секрет в том, что видит священник. Когда ты видишь его, когда ты видишь его, приходит искупление. Вчера, когда Люда о флагах говорила, о цветах флагов, это пример того, как священник может посмотреть на те же вещи, которые говорят о плохом, и произвести работу искупления. Он может просто на те же вещи он взять, и он освещает их. Он освещает их. Это работает. Это работает. Я однажды была в каком-то большом торговом центре. Я просто смотрела, люди катались на коньках. И вдруг неожиданно для меня Бог проговорил: я здесь. Но я так хочу, чтобы кто-нибудь увидел, что я здесь. И я чувствовала, что Ему нужно, чтобы я увидела и согласилась, что Он здесь. Но это сработает для тех, кто не видит. Как будто глаза священника, они могут позволить Богу проявить себя в физическом мире. Есть какие-то простые секреты, которые помогают, вернее, работают. Для того, что это просто. Поэтому и враг пытается украсть у нас это. Ему выгоднее, чтобы мы напрасно трудились, вместо того, чтобы мы, как дети, верили и провозглашали, что Он здесь. Вчера мы были на рынке, и мы просто рассчитывались, когда заканчивался рабочий день. Женщина одна, она, знаете, как они говорят: о, гривна, починь на завтрашний день. Ну, как, знаете, колдовство. А из меня вышло пророческое провозглашение. Она провозгласила. Она провозгласила пророчески, что завтра будет хороший заработок.
И я сама не ожидала. То есть мое сердце от влияния Духа, который здесь, раньше я бы осудила, а теперь я искупаю.